Бля, ну ты серьезно, вот ты касаешь человека, я должен все, чтобы все ждали, пока я какую-то хуйню тебе на бумажке пишу. Нет. Спасибо, нет. Сейчас ты слышите, пошумели Толику, он написал этот трек, оверсайз, Милфмани на половину, много всего. Толик, шума, Толику! Спасибо, брат, за юность. Это Саша был? Я просто... Кто вам сказал, что он создавал треки? Тоже... Нет, немножко другого. Выпьем, плачь мне в очко, я крутой. Окей, на следующем треке... Кто был на сольниках весной? Вас я люблю чуть-чуть больше, чем остальных. Только уже больше, чем свою мать. Поэтому на следующем треке мы делали как? Нахуй убирают телефоны, все разворачиваются в сторону слайма и все бегут туда. В вашем случае это туда, в вашем случае это туда, в вашем случае, да похуй, стойте, что долго не задавили. Вот, поэтому давайте на припеве всем, что это? Что, карту потеряли? Давай. Не надо меня трогать. У меня друг есть кардер, он дропает через обнал, и я там дам, блядь, да. Как-то умные слова. Вот. А тут фамилия. Виктор Гришанкин, блядь. Кто нахуй? Ты посмел на минуту задержать, блядь, как ты, Виктор Гришанкин? Чё с ебалом тогда?